Итак, с 2015 года компания SportGuard занимается подготовкой стюардов для спортивных мероприятий. Компания активно расширяется, занимается увеличением штата сотрудников, также и штата стюардов. Только в этом году порядка 30-40 семинаров обучающих, тренингов на объекте в том числе. Были привлечены люди с МЧС, с МВД и с остальных силовых структур. Очень важно, чтобы контролеры-распорядители проходили специальную подготовку. В своих лекциях я рассказывал людям, как нужно выглядеть на мероприятии, почему важно приходить вовремя на мероприятие, какие функции они будут выполнять как контролеры-распорядители. Я практик, да. Я начал работать контролером-распорядителем, стюардом с 2007 года примерно. Но тогда это были какие-то волонтерские службы, которые помогали зрителям найти место на стадионе. Также рассказывали людям, где находятся буфеты, туалеты и прочие места. Начиная с 2014 года появилось понятие как стюард, контролер-распорядитель законодательства Российской Федерации. Необходимы такие навыки, как стрессоустойчивость, необходимо очень правильно повести себя в той или иной ситуации, потому что именно от нас, именно от того, как мы быстро примем это решение, может зависеть человеческая жизнь.